домике у моря. А, слушали, да. Одета и на фоне, бля, лазурные берега. И ты мне говоришь, хочу домик у моря, а не это вот все. А я у тебя простой васек, так давай же взорвем эту банку шпрот. Я вот он, пусть с пятном, но любимый. А на лазурных берегах пускай ебутся пингвины. Родная, что там такого в Индии? Вот я завтра с утра не буду дуть, ты такого точно не видел. Заварим чаек жасминовый, погрустим, а не сбывшимся. Кому ты там нужна у этой синей махины? А тут семья, родные, не зря таки Русь крестил Владимир. Подумай, все, что мы есть, это в сущности одно только русское слово. В общем, я тут подумал, не надо мне искать работу, а? Эти домики у моря. Настроение. Слушайте, у меня вопрос вспомнился, и ну, не то, что прям мучающий меня, но тем не менее, на последних, во всяком случае, фото Славы, я в инсте, по-моему, подписан, да, на него, думаю, где они не выскакивают, он с кольцом. Вот если кто не видел, я не знаю, следите вы, не следите за ним, смотрите, не смотрите, Наиль, может быть, ты в курсе, но он с кольцом. И где-то под какой-то то фоткой я как где-то комменты, что ли, прочитала. Кто-то написал, типа, вы что, типа, с Куромушкой помирились? И кто-то ответил, типа, так, ну, типа, давно уже. Нет, не с концом. И я, то есть, после этого такая думаю, в смысле? То есть, они, получается, не только помирились, они и поженились тайно, получается, что ли, уже. Потому что ну, там прям конкретно на правой руке кольцо. Да, это мне нравится. Серьезно? То есть они, грубо говоря, поженились? Они помирились и поженились? Или как?